который зашел на высоту, пленил плен и принес дары людям. Даже противящим борьба идет великой среди народа моего. Ибо Давида скамене глады, что не дал я для тебя. Ибо какое безмерное величество и могущество твое во мне, крови да скамене глады, верующий по действию державной силы. Борьба идет великая, но я искупил тебя. Но я оправдал тебя, но я очистил, осветил тебя. Но почему с протянутой рукою идешь ко мне, когда я дал тебе обу благовествования, щит веры, броню праведности? Я искупил тебя кровью завета. Аминь. Ибо жертва твоя, крови доскамена, чистого и непорочного акца, нетленным серебром, нетленным золотом ты выкуплены. Крови не дал туштамане глады, а драгоценной кровью моей. И ныне говорю тебе, крови доскамена глад, разве я не дал тебе сию власть, раби доскамене, наступать на змея, на скорпиона и на всякую вражью силу? Ибо оружие твое не плоское, а сильное мною, пленять, раби доскамене глады, всякое непослушание, послушание мне, ибо борьба идет великая, но я не оставил тебе. Тебя, я дал тебе победу, я дал тебе власть, и ныне говорю, крови доскамене глады, почему оставил обу благовествования, почему оставил сию любовь первую, крови доскамене, а я хочу, чтобы ты был обутый, чтобы ты вышел на гору мою преображение и преобразился силой откровения. Ибо ныне наступать, раби доскамене глады, ибо битва твоя против начальств, властей, мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных, ибо я дал тебе сию книгу закона, и говорю тебе, да пусть это слово не отходит от уст твоих, ибо там победа, ибо там сила. Аминь. Но так многие оставили ее, и смерть входит в глаза, в окна, крови доскамене, чтобы поработить, чтобы убить юношей, крови доскамене глады детей и дорогих вам людей, крови доскамене глады. А как нужна защита, вера живая, а как нужна молитва, силе духа, но как многие засыпают, но как многие опускают руки, но как многие крови доскамене глады в сетях мира сего, крови доскамене, а нету времени для меня. А я говорю, народ мой, пробудись, и победа за тобою, ибо я избрал тебя из чрева матери, искупил тебя кровью завета. И говорю тебе, пробудись, раба доскамене глады, вооружись, все оружие мое, и будешь, раби доскамене глады, иметь мир. Ибо как важно иметь сию благодать, иметь сию благословение, которое я даю. Аминь. Аминь.